Дорогие друзья, всем добрый вечер. Москва, октябрьская пятница. Наконец-таки 6 часов вечера. И наконец-таки вновь в нашем эфире будет фронтенд. А конкретно сегодня будем говорить о современных решениях для адаптивной верстки сайтов. Это очень важно, потому что у всех всякие устройства разные, а деньги за рекламу люди платят, и, конечно, хотелось бы, чтобы пользователь себя везде чувствовал удобно и комфортно. Поэтому перед тем, как продолжим, давайте по традиции настроим наше вещание. Пожалуйста, напишите в чат, все ли у нас в порядке со звуком, все ли у нас в порядке с видео рядом, для того, чтобы получить максимальный эффект погружения. Настоятельно рекомендую выбрать максимально допустимое качество 1080. И также очень важный момент, у нас одновременно проходит огромное количество рестримов, поэтому для того, чтобы гарантом точно иметь возможность задавать свои вопросы и самое главное, на эти вопросы ответы получать, настоятельно рекомендую перейти по ссылке live.skillbox.ru/code/online/сегодняшнее число. Именно там мы читаем ваши комментарии. И сейчас мои коллеги в режиме реального времени сделаю так, чтобы все ссылки появились. Вижу, что экран обновился, моргнул трижды. Это значит три раза «да». Я точно помню, я читал мануал от Apple. Коллеги, подтвердите, все ли у нас в порядке и видно ли все. Супер, спасибо вам большое. Тогда мы готовы продолжать. Ну, а перед тем, как продолжим... Я бы хотел, чтобы вы в чат написали, сколько уже наших трансляций успели посмотреть, потому что кто-то пришел впервые, так и напишите, я пришел впервые. Кто-то 5, кто-то 10, напишите, нам интересно. И как раз-таки для вновь прибывших представимся. Мы онлайн-университет Skillbox. В настоящий момент обучение по всем нашим программам проходит уже свыше 29 тысяч студентов. Мы самостоятельно разработали более 90 программ обучения. И по факту в настоящий момент единственные, кто имеет уникальный формат обучения – собственную образовательную систему, постоянную поддержку наших учеников на всех этапах обучения и, конечно же, гарантию качества. Но все это было бы просто-напросто невозможно без наших ключевых партнеров. Это лидеры в таких областях, как маркетинг, дизайн и, конечно же, в первую очередь, программирование. Давайте почитаем ваши комментарии, посмотрим, что там происходит. И уже после этого представлю нашего сегодняшнего главного гостя. Кирилл Орлов пишет, что слышно эхо. Кирилл, ну... Вот вам дизлайк. Не знаю, слышно ли или нет. Ладно, ладно, лайк вам поставлю, но на всякий случай перепроверьте. И, друзья, нужно больше обратной связи, поэтому напишите, все ли у нас в порядке, чтобы всем было хорошо. Потому что вот Лейкен пишет о том, что звук и картинка все отлично, поэтому кто-то из вас двоих, мне кажется, пытается нас обдурачить. Вот такое слово, как и всегда, пятничные новые слова мы придумываем. Камиль Абзалов сегодня у нас в гостях, главный фронтенд разработчик банки «Русский стандарт». Почему говорю главный? Потому что я точно в этом уверен. Сколько лет ты уже программируешь? Привет, Максим. Приветствую всех слушателей. Программирую я уже около 6 лет. Ну, вообще, в банке «Русский стандарт» почти год. Собственно, я не только программирую, я живу этим. Моя жизнь, это мое все, и даже больше, чем все. Тогда нам очень хочется тебя послушать сегодня. Да. О чем будем, да, сегодня говорить? Долой клавиатуру. Так, о чем мы сегодня будем говорить? Я, собственно, тему разговора сегодня Максим уже сказал. Собственно, съел мой хлеб, не оставив ни единой крошки. Мы сегодня поговорим об адаптивной верстке, точнее, о решениях для адаптивной верстки. Вот, кратко, как всегда, пробежимся по некоторым теоретическим аспектам, разберем современные решения, подходы. Возможно, многих из них вы уже знаете, но все же для кого-то, я уверен, эта информация будет новой и полезной. Итак, значит, повторю прекрасную речь Максима, недословно, но повторю. Для чего нужна адаптивная верстка, почему она так актуальна? Актуальна она уже очень долгое время. Ну, даже когда я начинал заниматься разработкой, это лет 8 назад, в конце моего обучения в университете, я писал свои первые, не буду говорить проекты, а именно страницы. Вот. И тогда уже была мода на адаптивную верстку, она зарождалась и бурно развивалась, бурно росла. Вот. Сейчас, в 2019 году, мы все с вами пользуемся мобильными телефонами, планшетами, часами и различными сопутствующими девайсами.
И для нас эти девайсы не просто железка с кнопками, да, по которой мы звоним или что-то еще делаем, связываемся с людьми. Вот. А это еще и, по сути, компьютер, который всегда с нами. Вот. А зачем нам большинству из нас нужен компьютер? Естественно, это интернет. Да, это всегда возможность находиться онлайн, просматривать интересующую информацию. Собственно, не буду говорить большинство из нас, наверное, все из нас просматривают так или иначе какие-то сайты на мобильных телефонах или планшетах. Вот. И, конечно же, разработчики сайтов уже давно решили проблему. Ну, не разработчики сайтов, конечно, а сначала эту проблему решили разработчики браузеров, да, потом уже и разработчики веб-проектов разрешили эту проблему, собственно, как подстроить размер, так скажем, сайта под размер того же мобильного телефона. Вот, было введено понятие адаптивный дизайн, да, адаптивный, то есть, ну, от слова адаптация, то есть подстраивающий и так далее. Его еще называют responsive дизайн, ну, это уже на иностранной манере, так скажем, на иностранном языке. А, собственно, почему он нужен еще, можно очень много говорить, это вам очень интересно расскажут маркетологи и SEO-специалисты, почему так важен трафик с мобильных устройств, потому что он довольно-таки большой. Вот, теперь, что касается технологий. Да, собственно, как начать разрабатывать мобильный дизайн. Ну, я, собственно, сразу начну с места в карьер, начну с верстки страницы. Чуть-чуть приближу, чтобы всем вам было видно. Сохраню ее куда-нибудь себе сразу недалеко. XHTML. Нет, у меня такой есть, значит, неспроста у меня такой есть. Лично создался. Так, вот я создал каркас страницы. Я сразу подразумеваю вопрос в чате, на который мы сегодня обязательно будем отвечать, как я это так быстро сделал. Работаю я в редакторе Visual Studio Code, кто где работает, кому как удобно. Редактор, в котором я работаю, Visual Studio Code, имеет большое количество возможностей для расширения, собственно, своей работы. Да? И для вот такой вот быстрой, для таких быстрых задач я установил, ну, на самом деле, Visual Studio Code по умолчанию умеет вот так вот строить, да, у него есть встроенное решение, называется Emmet. То есть вы набираете HTML, двоеточие 5 и нажимаете Tab, у вас строится каркас. Вот, а про расширение, которое я подготовился вам сказать чуть позже, сейчас у меня мысль вперед пальцев, так скажем, шла. Итак, значит, первое, что вам надо сделать, когда вы разрабатываете какой-то мобильный продукт, ну, я имею в виду мобильное веб-приложение или мобильный веб-сайт, то первое, что вам надо сделать, это добавить мета-тег с именем viewport, да, и вот с таким вот содержанием, который, ну, так, если грубо, да, недословно, говорит о том, что ширина контента будет равна ширине устройства, и изначальный масштаб будет равен единице. Собственно, это первое обязательное требование, первое обязательное правило для создания адаптивного сайта. Дальше, давайте, собственно, второй аспект рассмотрим для создания адаптивной веб-страницы. Я создам какой-нибудь div с классом, даже не с классом, просто, давайте просто div, создам какой-нибудь p и напишу skillbox rules, 3 восклицательных знака, я думаю, 3 достаточно. Вот, и дальше, ну, давайте посмотрим, что у меня там получилось, какая красота. Да, вот такая вот красота получилась. И теперь давайте, собственно, посмотрим, как это будет выглядеть на мобильном устройстве. Спасибо большое вообще браузерам, которые позволяют, ну, уже довольно-таки давно, позволяют нам тестировать адаптивную верстку именно в самом браузере, да. Я включил Google Chrome, хотя это во многих браузерах, во всех современных браузерах есть такие инструменты. Я включил панель разработчика. Вот, и здесь есть вторая иконочка, вот она слева, называется Toggle Device Toolbar. По сути, что она делает, какова его задача? Задача этой кнопки, этого тулбара следующая. Этот тулбар имитирует вам ширину какого-то устройства. По сути, оно имитирует экран устройства. Давайте так будем говорить. Наверху, я не знаю, видно или нет, вот, к сожалению, я
наверное, не смогу приблизить. Нет, я смогу приблизить. Здесь есть, собственно, само устройство, которое сейчас имитируется, да, в данном случае iPhone X, да, и, собственно, его размеры расписаны, ну и масштаб. Дальше есть другие какие-то устройства, да, в основном iPad, ну и пиксели, естественно, куда без них, все-таки в Chrome. Вот. Также можно сымитировать положение, либо, ну, как говорят, ориентацию устройства, да, либо горизонтальную, либо вертикальную, там, либо портрет, либо ландшафтную позицию. Вот, что мы с вами здесь видим? Пока что ничего интересного, да, то есть я вижу просто, как у меня моя надпись Killbox Rules показывается на iPhone. Да, все отлично. Но давайте сделаем такой простой инструмент, чтобы, не инструмент, извините, напишем такой код, который, например, бы скрывал эту надпись на мобильном устройстве. Да, это очень простой пример, очень банальный, но все же нам надо понять вторую технологию, второй необходимый шаг. Значит, теги style, я пока что пишу в стайле, хотя, конечно, правильно писать отдельно, я пишу следующее, я пишу media и собачка media и screen, да, и я указываю здесь какой-то диапазон, ну, в данном случае некий breakpoint, да, где у меня будет применяться CSS. Я сейчас расскажу обязательно, что я здесь пишу, просто я хочу, скажем так, свою мысль закончить. Значит, я напишу max width, ну, не знаю, давайте, сколько у нас там iPhone, 375, давайте напишем 480 пикселей. Вот, и здесь я напишу display, div, извините, display нам. Так, возвращаюсь в браузер, и если у меня все без ошибок написано, в чем я лично сомневаюсь в пятницу вечером. Так, стайлы у меня не подключились. Почему? Потому что... Еще раз проверяю. Это потому что у меня есть... А, стайл дисплей на, господи, прошу прощения, дорогие друзья. Я написал какую-то глупость. Вот так вот. Media Max Width 480 пикселей. Так, и все равно я ошибаюсь. Все равно я ошибся. В чем я ошибся? Media and... Вот она пятница. Вот она пятница дает о себе знать. Media Max Width 1480 px. Сейчас-то правильно, надеюсь? Не, сейчас неправильно, да что ж такое. Так, 100. Нет. Так, я прошу прощения за эту заминку. Давайте я все-таки расскажу. Это прямой эфир, это да, живая работа. Да, как еще да. Может быть? Не бывает. Программирование что-то такое. Да, вот, спасибо, Максим. Я обещаю, я сейчас исправлюсь после ваших первых вопросов. Прошу прощения за небольшое волнение, которое сегодня со мной впервые. Итак, что мы с вами написали, друзья мои? Мы с вами написали медиа-запрос. Что значит, что такое медиа-запрос? Это, по сути, второй обязательный шаг и то, на чем строится адаптивный дизайн, да? Медиа-запрос – это не что иное, как обычный CSS-код, только этот CSS-код, так скажем, обвязан, да, вот этим самым медиа-запросом. Что дает этот медиа-запрос? Медиа-запрос, ну, суть, тут по синтаксису можно понять, что медиа-запрос дает некий, как я сказал, breakpoint, да, некую контрольную точку, когда этот CSS начинает действовать. То есть как только ширина устройства, ширина экрана, находится в диапазоне, так скажем, от 0 до 480 пикселей, то мой div, да, он скрывается на устройстве. Соответственно, если, ну, соответственно, когда я сейчас приду в себя и вспомню, в чем у меня ошибка, да, в таком простом примере, то по сути вот этот вот... О, вот он у меня скрылся. Спасибо Google Chrome. Вот он у меня подвел. Это называется кэширование, друзья мои. Итак, вот смотрите, вот сейчас все хорошо видно. Смотрите, у меня срабатывает медиа-запрос, где указано div display none. То есть у меня ширина экрана сейчас имитирована 375 пикселей, а эта ширина попадает под как раз указанный мною диапазон 480 пикселей, от 0 до 480 пикселей. Соответственно, мой div сейчас скрыт. Вот, собственно, такой простой, мы написали скрипт. На самом деле писать можно, точнее, тестировать можно адаптивную верстку, и без вот этого тоглера можно просто брать вот так вот и ширину экрана
банально в браузере уменьшать. Я ее уменьшу, но здесь я до 480 точно не уменьшу, поэтому давайте я поставлю, чтобы все было по-честному, ну, например, там какие-нибудь 920. Сейчас просто от балды обновляю. Снова у меня Chrome подводит. Я уже в этом не сомневаюсь. Так. Ну, 920 здесь работает хорошо. Почему у меня подводит, я сейчас не очень понимаю. Ладно. Я прошу прощения за эту заминку. Дальше будет лучше, обещаю. Но я заслужил много дизлайков. Давайте перейдем к вашим вопросам и перейдем к следующей, более интересной и насыщенной части нашего сегодняшнего вебинара. Первый вопрос, он такой, знаешь, прям кинжал в сердце сразу, чтобы попытаться выбить. Но я его задам, я самый главный тролль, я всегда об этом говорю. Вот мы сейчас сидим в редакторе, что там набиваем какие-то метатеги, выверяем пиксели. Но есть же потрясающие конструкторы сайтов. Есть, не знаю, та же самая тильда. Вот ты взял, тыч, название опубликовать. Все, она сама все подстроила, все выделила. Вот зачем мне вот это вот как пользователю? Спасибо за вопрос большое. На самом деле этот вопрос ни в коем случае нельзя считать каким-то обыденным. Его очень многие даже заказчики задают, когда обращаются там, к фрилансерам, когда ко мне обращались тоже с таким вопросом именно заказчики, да, они приходят и говорят, а вот скажите, пожалуйста, вот я готов заказать у вас сайт, но почему там цена намного больше, чем, например, создать сайт на Тильде или там на Wix? Я даже не начинаю объяснять преимущества или недостатки Тильды или Wix, я не хочу здесь делать рекламу и антирекламу. Это замечательные продукты, которыми вполне себе можно пользоваться, и каждый имеет на это право. Я начинаю отвечать на такой вопрос, да, очень простым взаимным вопросом, хотя на вопрос не очень хорошо отвечать, но я задаю вопрос встречный заказчику. Скажите, пожалуйста, а что вы хотите сделать на своем сайте? Когда человек хочет сделать там форум, хочет сделать какие-то платежные системы, которые... какие-то там экзотические платежные системы, да, или еще что-то, или хочет сделать какой-то необыкновенный дизайн, или личный кабинет, еще, чтобы с 1С сразу все, со статистикой, со складом, абсолютно верно, то при всем уважении к Tilda и к Wix, как мне кажется, в бесплатных версиях точно у них таких возможностей нет. Про платные говорить не буду, не знаю, честно, не работал. Когда такая необходимость возникает у клиента, то, естественно, вопрос отпадает сам собой. Поэтому я стараюсь ни в коем случае не отговаривать заказчика от того, что вот Wix это плохо, а фрилансер Камиль это хорошо. Я всегда стараюсь предоставить выбор и сугубо лично принять решение самому заказчику. Я думаю, что многие фрилансеры примерно как я отвечают, ну или что-то подобное. Спасибо за вопрос, Максим. Спасибо большое. Так. Что же? Да все свои. Я смотрю просто по аватаркам, и все свои. И никого, кто в первый день нет. Коллеги, вы напишите в чат, действительно, есть вопрос или нет. Там понятно, непонятно. Если понятно, напишите мне понятно. Если непонятно, напишите мне непонятно. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, спасибо. Да, кстати, я буду не против, Максим, скажу, если прям... в процессе рассказа будут какие-то там супер вопросы, или мне надо перебить, это будет просто отлично. Мне прям это в колею может войти, поэтому ради бога задавайте, не стесняйтесь вопросы свои. Итак, давайте перейдем к более интересной и более современной части. Значит, написание медиазапросов, ну, мы с вами написали один медиазапрос, да, который кажется простым, легким, да, пусть и с ошибкой, с моим грехом и так далее. Но все же, представьте, если у вас все-таки сайт, пусть даже из трех страниц, да, небольшой кажется, все, и информации не так уж много, но представьте себе писать медиазапрос под каждый блок, под каждый пиксель и так далее и тому подобное. Занятие это, мягко говоря, не самое приятное. Хотя, конечно же, я на первых порах призываю вас все-таки сделать хотя бы для себя какой-то простой веб-сайт, который поможет вам ощутить полностью, чтобы на пальцах, как говорится, осталось вот это вот чувство и умение писать медиазапросы. Вот, это такая небольшая мораль. Теперь, собственно, в третий раз себя поправляю и наставляю на путь истины, и говорю, что мы с вами переходим к современным решениям верстки адаптивных веб-сайтов.
Я думаю, вы все знаете такое слово, как фреймворк в разработке. Что такое фреймворк? Фреймворк по-английски переводится как каркас, фундамент, да, то есть некий начальный плацдарм для дальнейших каких-то шагов. А в разработке фреймворк — это, по сути, тот же самый каркас для дальнейшей и, как правило, ускоренной разработки. Ну, ускоренной в кавычках, конечно же, тут все зависит от того, как, насколько хорошо вы этот фреймворк знаете. Фреймворки актуальны, и они есть везде. Они есть в CSS, они есть в JavaScript, они есть в PHP, и в других, я думаю, языках программирования, ну, не я думаю, а так и есть, в других языках программирования тоже. Вот. И, собственно, что они дают? Да, необходимость, повторюсь, я уже отчасти сказал. Они дают вам некий фундамент, некий плацдарм в дальнейшей вашей разработке. И они решают огромное количество каких-то стартовых, таких рутинных проблем, которые вам бы пришлось, повторюсь, без фреймворков решать с нуля. Что касаемо CSS-фреймворков, например, о которых мы сейчас поговорим, об одном из них очень прям особенно и с любовью, да, то CSS-фреймворки позволяют вам создать некий каркас страницы с определенным симпатичным UI, то есть симпатичным юзер-интерфейсом. Да. И еще одно из самых главных, на мой личный взгляд и вкус, какую проблему решают фреймворки, это организация, собственно, лейаута. Да. То есть сетка. Да, мы с вами, кто уже верстал страницы, хоть какой-то опыт имеет, знает, что мы с вами используем блочную, ну, так скажем, блочную модель верстки, да, там же есть свои нюансы, либо это флоуты, либо гриды, либо флексбоксы, да, то есть нам приходится всегда строить какой-то лейаут, да, какой-то общий каркас нашей страницы. И, соответственно, мало построить этот лейаут, надо сделать его еще адаптивным. Так вот, CSS-фреймворки как раз вам в помощь, большую помощь для решения этой самой задачи. Ну, повторюсь, не только лейаутом мы едины, вот, есть еще и другие, много других полезных вещей. Давайте, собственно, о них поговорим. Вот, о чем, какой фреймворк я затрону? Ну, я думаю, для вас не станет сюрпризом, если я назову такие слова, как Twitter Bootstrap. Да, это, наверное, самое популярное решение у CSS-фреймворков. Не скажу, что он там хуже или лучше. Он, ну, таких, как он, довольно-таки много. Просто, наверное, в силу своего названия, да, в силу своей истории, Bootstrap очень хорошо, так скажем, пропиарен. Ну, я думаю, из названия, опять же, вы понимаете, кем он хорошо пропиарен. Да, компании, корпорации, точнее, Twitter. Вот, но это история, вы можете почитать в интернете. Давайте сами начнем, собственно, поработаем с Bootstrap. Значит, я нахожусь на главной странице данного фреймворка getbootstrap.com. Вот, и, естественно, по-хорошему надо бы это все дело скачать, но сейчас в таком реактивном режиме мы с вами скачивать это все не будем, поэтому я просто-напросто подключу удаленно все ресурсы, которые нам необходимы, а именно нам необходим сам CSS. Поэтому я беру вот так вот его, вставляю. Да. Нам необходим JavaScript, JavaScript-овые плагины, которые я тоже беру и вставляю. Только вставляю его в конец по-хорошему. И еще нам необходимы jQuery плагины, потому что JavaScript-овые плагины Bootstrap, они все на jQuery. Еще подключается такая библиотечка, называется Popper. Вот, это дополнительная библиотека для корректной работы некоторых плагинов Bootstrap. Вот, почему я не говорю, потому что если вы уже работали с Bootstrap других ранних версий, да, то, например, второй и третий Bootstrap, они этой библиотеки не имели, вот, поэтому если вы переходите с третьего на четвертый, или там со второго на четвертый, то имейте в виду, Popper нужно подключать обязательно. Вот, собственно, вся работа на этом завершена. Теперь давайте я напишу какой-нибудь H1 Hello и определю, что у нас все работает. Chrome, пожалуйста, не подводи меня, не подвел. Вот у меня сразу Shift поменялся на Arial. Дело в том, что у Bootstrap по умолчанию Shift Arial. Сейчас я прям покажу в боди, приближу. Вот, смотрите, у меня подключились шрифты бутстраповские из файла reboot.scss. Вот, ну и давайте, собственно, как мы дальше с вами поступим. Собственно, пойдем с вами по документации, я расскажу некоторые полезные вещи, вот, с которыми, возможно, многие из вас уже знакомы, но все же будет еще раз вполне полезно о них узнать. Вот, потом
Ну, естественно, прямо на ваши вопросы и покажу еще в конце. Обязательно не забыть себе, зная, что сегодня со мной что-то не так. Уж точно покажу вам еще несколько дополнительных ресурсов, которые сможете использовать. Итак, значит, с чем мы с вами начнем? Ну, во-первых, есть раздел Examples, да, здесь есть готовые темки для Bootstrap, для различных целей, будь то там форма там, оплаты, какие-то там альбомы, еще что-то, да, вы можете тоже скачать себе, под себя переделать и использовать. Форму входа, пожалуйста, то есть, ну, это называется тема. Вот, ну, не тема, давайте так, шаблон. Тема у нас в другом разделе, здесь они платные темы, да, для различных каких-то задач очень красивые, очень классные, очень наглядные. Можно купить и использовать по своему усмотрению. Давайте пойдем все-таки в раздел «Документация» и начнем с вами с чего? Начнем мы с вами с лейаута, собственно, с основного, самого главного, что есть в Bootstrap. Значит, с чего все начинается? Все начинается с класса контейнер. Div класс контейнер. Контейнер. И в него давайте мы напишем тот самый H1. H1. Что ж сегодня такое сегодня? Hello. Так, написали. Вот, смотрите, H1 у меня стал вот так вот по центру. Что же произошло? Это у меня сработал класс контейнер. Давайте это приближу. Вот он, класс контейнер. И здесь у меня, смотрите, работает медиа-запрос, но сейчас даже не медиа-запрос нам важен, а нам важен, важно, что здесь написано. У класса контейнер максимальная ширина 1140 пикселей. Да, и еще он, естественно, оцентрован. То есть margin left и margin right, они автоматически выставлены, что позволяет, собственно, блоку центрироваться. А у Bootstrap есть два контейнера. Есть контейнер обычный, есть еще контейнер fluid, да, контейнер резиновый, как говорится. Он занимает всю ширину экрана, да, ну, у него есть небольшие паддинги слева и справа, чтобы совсем границам не прибиваться. У него есть, собственно, вот такие вот паддинги, но если вам нужна, собственно, почему два контейнера, первый и контейнер fluid, я думаю, вы прекрасно понимаете, все зависит, опять же, от вашей задачи. Если вам нужна фиксированная ширина вашего сайта, то вы будете использовать контейнер, да, если нет, то fluid. Опять же, тут я оговорюсь, не фиксированная ширина сайта даже, да, у вас может быть, например, фоновые картинки на всю ширину, а текстовые данные, да, соответственно, по какой-то определенной ширине. Да, то есть тут все зависит, опять же, от вашего дизайна. Bootstrap дает вам такую возможность. Итак, первое – это контейнер. Дальше, что еще у нас есть? Я бегу очень так, ну, бегло буду листать, но буду каких-то стараться контрольных точках останавливаться. Значит, Bootstrap поддерживает у нас несколько диапазонов медиа-запросов. Small devices, маленькие устройства, это очень важно понимать, очень важно даже не понимать, извините, а просто где-то помнить в голове, какие есть устройства. Small devices, media, large и extra. Почему? Я сейчас объясню. Потому что, исходя из этих девайсов, будут называться определенные, по-определенному и классы, которые мы с вами будем использовать при адаптивной, прошу прощения, верстке. Итак, значит, здесь идет описание сеток. И, собственно, все. Ну, давайте идем в раздел Grid. Описание медиа-запроса. Теперь раздел Grid. Grid System. Значит, после контейнера у нас идет div с классом row. Что такое div класс row? Это строка. Так, формально скажу, что это строка. По сути, когда мы с вами строим веб-страницу, мы с вами строим блоки, да, слева направо, либо сверху вниз. Да, здесь все зависит от модели, которую мы используем. Кстати, очень важный оговор, который я не сказал. Bootstrap 4 основан на Flexbox, да, то есть у него в основе его сетки лежат Flexbox. Если, например, в третьем Bootstrap и во втором, уж тем более, была классическая блочная модель верстки, где блоки строились при помощи флоутов, да, то здесь Flexbox, и это действительно очень круто. Как все, кто знает Flexbox, я думаю, уже успели все полюбить и понять, какая это красота Flexbox. Так, значит, div класс row, и дальше пошли классы. Пошли колонки, прошу прощения. Давайте я прям нагло скопирую. Три колоночки div класс sm. Ну, не просто скопирую, покажу, что у нас все работает, а посмотрим с вами в консольку и посмотрим, что эти классы значат. Значит, смотрите, вот у меня div класс container fluid. Да, я наверх не смотрю, ну, как бы здесь не очень важно. Мы сами видим просто три колонки расположены в ряд по горизонтали. И вот они у меня callSM. И посмотрите, пожалуйста, что здесь написано. У класса callSM по умолчанию минимально, то есть у класса callSM, начиная с ширины
576 пикселей, у них ширина 100%. Да? То есть, по сути, CallSM, это благодаря флексбоксам, они размещаются всегда в одном месте. То есть, если бы я здесь поместил там 5-6, они бы тоже все стали слева направо. Давайте посмотрим, как они выглядят на мобильном устройстве. На мобильном устройстве они выглядят очень просто. У них ширина просто 100%. То есть, они по умолчанию все расположены на мобильных устройствах именно друг под дружкой сверху вниз. Вот, еще, да, кстати, еще очень важная, я не сказал вещь, за которую в очередной раз корю себя. Фреймворк Bootstrap, как и многие современные, наверное, все современные фреймворки, исповедуют подход Mobile First. Это значит, что, например, Bootstrap 2, который этот подход не исповедовал, да, там надо было подключить определенные какие-то классы, файлы, чтобы у вас был мобильный продукт, мобильная страница. Здесь же, в Bootstrap, вам ничего подключать не надо, у вас уже все заложено в CSS, да, чтобы верстать страницу уже адаптивно. Запомните эти слова Mobile First, вы с ними еще не раз встретитесь в своей программистской карьере. Так, с CallSM разобрались, теперь пошли классы поинтереснее. Вот эта табличка Grid Options, с ней надо вам очень и очень подружиться. Да, здесь у нас разбитые ширины, извините за такое не самое аккуратное слово. Значит, здесь ширины устройств, да, и классы, которые, собственно, действуют при этих самых размерах. Вот, нашел хорошее слово, размерах экранов. Значит, класс call тире там что-то, да, что мы сейчас об этом скажем, он действует всегда. Здесь написано, что он действует всегда по умолчанию. Значит, CallSM действует, когда размер экрана 576 и больше. CallMD 768 и больше. CallLG 992 и больше. И CallXL 12000 и больше. Давайте с вами начнем по порядку. Давайте напишу Call 4 везде. Почему я пишу Call 4? Дело в том, что Bootstrap сам, ну, в Bootstrap заложена, так скажем, возможность построения 12 колонок. Да? Поэтому здесь очень просто строить колонки в ряд. Если вам надо построить 3 одинаковые колонки, вы просто делите 12 на 3 и ставите, соответственно, нужные вам классы. Call 4, например. Смотрим, что у нас получилось. Получились те же самые 3 колонки, но уже здесь есть ширина 33%. Давайте посмотрим, как они ведут себя при мобильных устройствах. При мобильных устройствах они ведут себя точно таким же образом. Мораль, очень важная мораль. Вот этот класс call и номер какой-то, это колонки, которые действуют всегда по умолчанию. Для чего мы рассматриваем этот случай? Если вам вдруг, мне честно, ни разу в жизни еще такое не попадалось, но если у вас вдруг попадется какой-то макет веб-страницы, который одинаковый и для мобильных устройств, и для больших компьютеров, то вы можете обойтись, в принципе, вот таким вот классом call и что-то там. Поэтому используйте, собственно, эти классы. Теперь идем дальше. Теперь давайте с вами немножечко помиксуем. Значит, давайте я добавлю класс callSM4 везде. SM4. Вот. И у меня вроде как бы даже ничего не изменится. Смотрите, я переключаюсь. Вот у меня три колоночки остались. Почему осталось? Потому что у меня SM начинает действовать, когда ширина от 576 пикселей. Теперь давайте я добавлю call, не знаю, MD6. Call MD6. Это последний пример перед вашими ответами на вопросы. И смотрите, что произошло. У меня действует два класса, но так как CallMD6 начинает действовать при ширине экрана, начиная от 768 пикселей, то в дело вступает он. И у меня трехколоночный макет быстренько превратился в двухколоночный. Просто замечательно, я считаю. Да, вот видите, у меня CallSM4 правила все зачеркнуты, они не действуют. Действуют вот эти вот все правила. Соответственно, у меня стал двухколоночный макет. А если я переключу, например, в режим какого-нибудь iPad, включу 100%, вот, то здесь у меня, да, здесь у меня тоже CallMD действует. Давайте, например, в iPhone я переключусь. iPhone. Вот. И вот теперь у меня, ну, CallMD у меня не действует. У меня CallSM не действует. Но если я, например, сделаю вот так, вот напишу call, там, например, 6. Вот. И здесь напишу call 6. И включу вам 100%.
то у меня, видите, я добавил три уже класса, и у меня действует тот класс, который по умолчанию, call-6. То есть вот так вот можно очень гибко строить вот такие вот макеты. Главное, я считаю, что в сетке Bootstrap самое главное – это вот эта таблица, ну, в разделе документации, естественно. Если вы вот эту таблицу посмотрите, сделаете пару примеров, то дальше построение сетки будет просто для вас огромным удовольствием. Так, с сеткой все. Теперь давайте перейдем к вашим вопросам. Максим, я весь во внимании. В этом блоке первый вопрос. Камиль, как вы учились программировать сами? Это было самообучение или какие-то курсы? Интересно узнать. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я учился как и сам, так и курсы. То есть здесь какой микс? Ну, здесь, на самом деле, как учиться, тут, наверное, больше нужна мотивация, да, то есть давайте так скажу, я учился сам, каким образом, когда мне приходило в голову сделать там свой собственный блог, свой собственный сайт, я просто брал и делал. Когда в процессе разработки я что-то не знал, как делать, и совсем не получалось находить ответ на свой вопрос, я шел на какие-либо источники, на какие-либо курсы и искал ответ на свой вопрос. Это рецепт, который я не имею права назвать универсальным. Тут каждый человек каждому будет по-своему удобно изучать какой-то материал, поэтому я вот учился так, и, кстати, продолжаю учиться так же, да, просто мои, так скажем, запросы, мои знания, они увеличились, и, соответственно, вопросы стали более сложными, не такие уже детские, как были раньше. Надеюсь, на вопрос я ответил сполна. Мысленно очень раз договоримся, что я говорю тебе спасибо после каждого твоего ответа. Камиль, расскажите, пожалуйста, о своей первой наемной работе программистом. Как проходило собеседование? Сколько было людей на место? Интересно узнать, потому что сейчас учу программирование самостоятельно и немного стрёмно. Во-первых, сразу по поводу стрёмно. Бояться не надо. Сейчас ситуация на рынке такова, что программистов ищут просто с фонарем и со всеми другими осветительными приборами. Это не значит, что если вы напишете в резюме слово «программист» и напишете, что вы знаете Microsoft Word, вас возьмут. Конечно же, знания надо иметь мотивацию, надо уметь желание учиться, потому что очень во многих резюме я встречаю такие слова, что пишут какие-то требования, да, к работнику будущему, но всегда в телефонном разговоре, либо на собеседовании какая-то оговорка, что да, мы закрываем на это глаза, но вы должны в кратчайшие сроки постараться влиться в новый процесс, изучить какой-то новый материал, который у нас на работе используется. Поэтому, когда вы смотрите предложение о работе, делайте скидку, что, возможно, на собеседовании вам скажут, что не знаете, или у вас опыт небольшой, ладно, но готовы ли вы изучать? Если вы с горящими глазами приходите, да, я готов, это для меня не проблема, то вам огромная цена. Теперь к вопросу о первом моем собеседовании. На самом деле здесь очень лаконичная ситуация была. Меня пригласила на работу академия при университете, который я заканчивал. Вот, там я писал диплом, и, собственно, мой руководитель моего дипломного проекта, он мне помогал, и после сдачи диплома он просто позвонил мне и сказал: мне нужен работник, мне нужен помощник с осени, да, то есть я в июле 2012 года закончил, и в осенью 2012 я устроился на первую работу, по сути, вот так вот просто, мне просто позвонил, повторюсь, мой руководитель диплома, сказал, что мне нужен помощник, потому что работы у меня много, и я один просто не успеваю, и собеседования как такового первого у меня и не было. То есть руководитель уже в процессе написания моего дипломного проекта знал обо мне все. Так вот лаконично получилось. Ну, удобно. Удобно, да, честно, удобно, и это на самом деле большой минус. Все-таки собеседование, вы знаете, я даже когда вот работаю, да, и беру какой-то отпуск, у меня выпадают какие-то праздники, выходные, там, больничные, я на самом деле хожу на собеседование не потому, что там за спиной хочу уволиться, да, и там себе попросить побольше зарплату. На самом деле полезно ходить по собеседованиям, чтобы узнать свою реальную цену, текущую цену на рынке, и просто знать, что сейчас в ходу, какие технологии, какие языки и так далее. Поэтому собеседование тоже очень классный опыт, даже если вы не проходите это собеседование. Крайний блок.
крайний вопрос, точнее, в этом блоке. Камиль, вы упомянули про фриланс. Пожалуйста, расскажите, как там обстоят дела. Для человека со стороны без практического опыта это похоже на драку за батон хлеба, когда на один заказ прибегают 20, 40, 30 фрилансеров, готовых сделать сайт за 5000 рублей. Ну, вы знаете, фриланс уже у меня давно на самом деле нет, потому что основная работа отнимает огромное количество времени. Да, вы тогда про фриланс, может быть, 6-летней давности. Да, вот я к нему клоню, потому что я не думаю, что сейчас сильно что-то изменилось. Понятно, что все хотят заработать, неважно, где вы работаете, у себя дома или в офисе. Вот, я имею в виду, под домом я, конечно, подразумеваю фриланс, хотя это не обязательно так. Я считаю, я об этом уже говорил в одном из наших вебинаров прошлых, я считаю, что если вы фрилансер с хорошей репутацией, да, ну, естественно, с хорошим портфолио, да, то есть понятно, что когда вы приходите такой молодой, зеленый на фриланс-биржу и просите первый заказ, то будет тяжело, не то чтобы шансов совсем нет, но будет тяжело. Конечно, здесь надо, понимаете, сами быть поскромнее с точки зрения цены. То есть всегда старайтесь первые свои фриланс-проекты, как мне кажется, брать, ну, это опять же из моего личного опыта, старайтесь первые фриланс-проекты брать все-таки не с задачи даже заработать, хотя и это, от этого никуда не уйдешь, это тоже. Старайтесь первые фриланс-проекты брать с целью наработки портфолио и наработки какого-то опыта. Опять же, был у меня фриланс-проект, третий по счету или четвертый, то есть относительно свежий, который я просто не вытянул. Я начал делать, но я его не вытянул. Пришел к заказчику, позвонил точнее, и сказал, что извините, я не вытягиваю, деньги я с вас, естественно, не возьму. Я даже предоплату отдал, то есть там была какая-то предоплата. Я ее отдал, честно, и заказчик, ну, может быть, не все такие, но все же заказчик, который мне этот проект мне дал, он сказал, что спасибо за честность, и порекомендовал меня какому-то своему знакомому, у которого проект был намного проще. Этот проект я сделал, и все было нормально. Я к чему клоню? Я клоню к репутации. Да? То есть вот я перед человеком сыграл, как мне кажется, хорошую не роль, а просто показал себя человеком, на которого... Человеком, да, мне кажется, все. Да, просто, для которого человек. Единовременный заработок – это еще не все. Да? Можно сейчас заработать один раз и много, а потом сидеть с плохой репутацией, с плохой историей и искать себе долго-долго проекты. Так, я так понимаю, с первым блоком вопросов все. Да. Давайте да, пойдем дальше. Значит, что еще я хочу вам показать? Значит, второй раздел, самый вкусный, наверное, после сетки, это компоненты. CSS-фреймворки – это не только сетка, хотя, повторюсь, как мне кажется, сетка – это то, ради чего вообще используют CSS-фреймворки, потому что верстка компонентов, каких-то решений UI-ных – а здесь не то, чтобы вам фреймворк не в помощь, он опять же может вам очень много помочь, да, вы можете просто какие-то свои вещи на основе фреймворка ну, переделать или доделать, допилить, так скажем. Итак, кратко просто пройдусь по каждым компонентам, а потом еще несколько ресурсов полезных, которые, я надеюсь, вам понравятся. Значит, что есть у Bootstrap? Ну, первое – это алерты, это сообщения. Да? Вы наверняка, если делаете какие-то там формы регистрации или еще какие-то такие подобные формы, да, вам надо, как хорошему проектировщику юзер-интерфейса, показывать пользователю вашего сайта сообщение, да, что там вы ввели неверный логин-пароль или там еще что-то произошло. Вот, пожалуйста, Bootstrap имеет несколько готовых таких алертов. Опять же, алерт этот самый не, вас ничему не обязывает. В том смысле, что вот смотрите, я сейчас этот алерт выведу. Вот так вот он у меня выглядит. Да, и, например, мне не нравится цвет. Да, вот как цвет мне поменять? Да очень просто. Способов на самом деле много, но я, ну, такой самый быстрый, я добавил бы что-нибудь в этом роде. My class и написал бы здесь в моем CSS следующее. Style. Хотя это надо писать в отдельном файле, повторюсь, я почти что наставил на этом. И пишу my class background какой-нибудь там 7c 4dff. Что-то в этом роде. Обновляю, и вот уже у меня алерт с моим цветом, какой я хотел. Выглядит ужасно, но здесь мораль примера такова, что
повторюсь, Bootstrap и любой фреймворк, в который заложены вот такие вот элементы пользовательского интерфейса, они ни в коем случае вас не обязывают использовать именно то, что заложено в этом самом фреймворке. Пожалуйста, это только некий каркас, некий фундамент, да, который вам дает быстрый старт и дает вам, опять же, возможность не тратить время на такие вот рутинные вещи, верстки этих самых алертов, например, тех же самых, извините за тавтологию, с нуля. Да, то есть вы взяли фундамент, да, и дальше уже под себя настроили. Так, что еще есть? Также бегло пройдусь. Ну, бейджики, да, очень похоже на, как в e-mail, в ящике количество писем есть. Есть бейджики. Что еще интересного? Хлебные крошки, очень важная вещь. Они, у Bootstrap очень красивые хлебные крошки. Это навигация по сайту. Вы наверняка их на многих сайтах видели, да. И хлебные крошки, они еще важны не только потому, что они удобны, да, что можно в этот раздел перейти, можно в этот, да. А хлебные крошки еще очень любят поисковики. SEO-специалисты вам об этом скажут и попросят вас, если вы разрабатываете сайт, поставить вам хлебные крошки, потому что поисковики, благодаря вот этим хлебным крошкам, они тоже хорошо ориентируются на странице. Кнопки. Ну, это одно из самых популярных всегда в Bootstrap решений. Да, кнопы Bootstrap – это чуть больше, чем прекрасно. Да, опять же, просто скопирую, поставлю. Вот такие вот есть кнопочки на любой вкус и цвет, с прекрасными цветами, вот, и так далее и тому подобное. Тут тоже, если вам не нравятся цвета, пожалуйста, используйте свои классы. Или если вы знаете такую штуку, как CSS-препроцессоры, а Bootstrap как раз работает на CSS-препроцессорах, то можно переопределить свои какие-то цвета и использовать. Вот, что еще интересного есть? Ну, например, карточки. Очень популярная сейчас в юзер-интерфейсе такое решение, как карточки, да, например, для товаров в интернет-магазине или еще что-то, там, фотоальбомы, какой-то там блог или еще что-то, ну, собственно, карточки. Вот, что есть еще? Карусель. Да, кстати, ну, слайды. Не только CSS-решениями мы с вами едины, есть еще и, мы с вами не зря подключили, собственно, плагины Popper и jQuery Bootstrap. Мы сейчас с вами какой-нибудь плагинчик-то попробуем. Давайте сразу, чтобы я не забыл. Давайте, например, модальное окно, то, что я люблю больше всего. Ну, live demo, да, вот так вот выглядит модальные окна. Давайте я скопирую какой-нибудь примерчик. Так, и поставлю куда-нибудь вот сюда. Так, смотрю, вот у меня кнопочка появилась. Проверяю, что ошибок не должно возникнуть. Нажимаю, и вот у меня модальное окошко. Обращаю ваше внимание еще раз, что должны быть подключены обязательно все эти три скрипта, потому что без них у вас эта кнопка превратится просто, ну, ни во что, да, никакого модального окна у вас не будет. Поэтому не забывайте. Не забывайте такие динамические вещи. При использовании таких динамических вещей используйте еще и JavaScript, встроенный в Bootstrap. Так, что еще здесь полезно показать? Так, формы. Вот что. Формы, друзья мои. Forms. Да, формы тоже в Bootstrap, они на любой вкус и цвет. Их много. Они красивые, они по-разному расположены, поля. Вот, ну, для чего нужны формы, я думаю, вам тоже объяснять не надо. Да, вот такие вот поля симпатичные, с кнопками и так далее. Вот, собственно, тоже верстка форм, именно красивых форм, это тоже, на самом деле, дело такое, знаете ли, ну, не самое приятное, по мне так, поэтому формы в Bootstrap, заложенные в Bootstrap, они, на самом деле, могут вам очень сильно помочь в разработке. Значит, форм здесь очень много, да, есть различные управляющие контролы, ну, собственно, что в HTML5 заложено, есть выпадающие списки, есть радиокнопки, чекбоксы, есть различные состояния, то есть, например, вот так вот выглядит поле ввода, в которое нельзя ничего ввести. Вот, что еще? Есть вот такой вот range поле, да, то есть какой-то диапазон значений, но это, опять же, не к Bootstrap привязано, да, input type range, он в HTML5 в принципе есть, но Bootstrap его немножко приукрасил. Вот, что еще есть такого красивого? Ну, опять же, расположение полей, вот, например, в моей форме они все во всю ширину, да, можно, например, поля располагать горизонтально. То есть все в ваших руках. Вот такая вот форма, мультиформа, да, то есть здесь поля, здесь радиокнопки, здесь выпадающее меню и так далее и тому подобное.
Вот, что еще интересного? Ну, например, есть еще такая вот штучка, называется Navbar. Это, по сути, шапка вашего сайта. Очень хорошая, ну, очень хорошее подспорье для, например, какого-нибудь веб-приложения, там, какого-нибудь кабинета, например, да, с поиском, с какими-то менюшками. И оно очень здорово выглядит на мобильных устройствах. Вот смотрите, я сейчас сделаю экран поменьше. И, ну, собственно, здесь уже даже видно на самом Bootstrap, как Navbar превращается вот в такую вот красоту всплывающую. Опять же, это все заточено под мобильное устройство. То есть я здесь кликаю мышкой, да, а на самом деле, когда вы будете кликать пальцем, все это также будет работать замечательно и красиво. Вот. Собственно, ну, наверное, по Bootstrap все. Давайте подведем небольшой итог именно по Bootstrap. Значит, Bootstrap — это популярный CSS-фреймворк для создания каркаса, повторюсь. Ну, для кого-то может быть и полноценная веб-страница, но в основном, конечно, для создания каркаса. То есть вряд ли вам придет заказчик именно вот с таким вот дизайном, макетом и скажет: вот мне, вот, пожалуйста, вот так вот. Да, это слишком наивно так думать. Вот. Но Bootstrap позволит вам создать именно каркас для вашей будущей веб-страницы, для вашего будущего веб-проекта, решит вам сразу проблему адаптивности. То есть понятно, что надо помнить о медиа-запросах, надо понимать, как они действуют и так далее и тому подобное. Вот. Но все-таки, если вы не пишете медиа-запросы сами, в этом нет ничего трагичного, ничего постыдного. Сейчас весь мир разработки использует фреймворки. Вот, теперь перед очередным блоком ваших вопросов несколько ссылок, которые я хочу вам показать. Вы знаете, когда вы поработаете с Bootstrap год, два или три, или даже больше, как и я, то возможно такая ситуация, что Bootstrap вам поднадоест. Вот, не обязательно так, но возможно. И вам захочется что-то красивое от Bootstrap. То есть вроде бы от Bootstrap не хочется отходить, но и хочется все-таки что-то новенькое. Поэтому есть замечательные ресурсы, которые замечательно гуглятся. Ну, один из таких ресурсов называется bootswatcher.com. Сейчас у меня загрузится. А что такое bootswatcher? Это галерея, да, коллекция тем Bootstrap. То есть, что-то у меня не хочет грузиться, но я думаю, мы дождемся. То есть мы с вами сейчас посмотрели на сайт Bootstrap, да, там есть какие-то готовые пользовательские интерфейсы, готовые какие-то решения и так далее и тому подобное. Но они со временем приедаются. Можно, опять же, повторюсь, использовать какие-то свои решения, дописывать, да, и так далее. Вот. Но все же, опять же, этим заниматься не всегда хочется. Вот, пожалуйста, у меня открылся bootswatch.com. Вот. И все-таки хочется что-то, опять же, быстрое, да, как все-таки Bootstrap у нас подразумевает скорость разработки. Не хочется, опять же, с нуля тему свою создавать, если нет времени. Хочется какой-то быстрый продукт, но без стандартного Bootstrap. Повторюсь, есть bootswatch.com, и здесь есть раздел Themes. Ну, например, давайте выберем тему Материя. Моя любимая. Это тема Bootstrap. То есть здесь ничего не поменялось, друзья мои. Здесь сетка, классы кнопок, все осталось то же самое. Поменялся CSS, то есть поменялись какие-то основные цвета. Поменялся там, не знаю, размер шрифта и так далее и тому подобное. То есть, если алерт был с классом, там, не знаю, где-то они сейчас есть у меня, алерты. Ну, давайте его откроем, исходный код, и приблизим. Вот смотрите, вот если был алерт всегда с Bootstrap, у Bootstrap с классом алерт, там, alert dismissible, да, или alert warning, то он так и остался, друзья мои. Поменялась только цветовая гамма, да, то есть алерт стал не оранжевым стандартным, как у Bootstrap, а немножко вот таким. И стал вот таким вот зеленым, таким-то вот голубоватым и так далее и тому подобное. Формы, опять же, вот смотрите, формы. Внешний вид поменялся, очень симпатичные формы с какими-то там состояниями. Но сам класс этих форм не поменялся ни на секунду, ни на каплю. Почему ни на секунду, не знаю. В общем, как был в Bootstrap изначально класс form group, который выполняет какую-то цель, и у Poly был класс form control, который выполняет тоже какую-то цель, вот, то этого ничего не поменялось. Поэтому прелесть использования тем для Bootstrap вот на таких вот источниках, они, собственно, очевидны, да, вот эти преимущества, они очевидны. То есть вроде бы вы что-то, какой-то новый Bootstrap появился, но на самом деле вы ничего не поменяли. Вы поменяли глобально цветовую гамму. Опять же, я использовал там материя, да, Bootstrap, вот здесь нажимаете и скачиваете CSS, либо скачиваете там SCSS. Если вы знаете препроцессор, вы можете и эту тему настроить сами.
Вот, есть полно других тем. На самом деле, BootsWatch – это не единственный источник. Я его сейчас вот скопирую себе куда-нибудь в текст-редактор и вам специально его выделю, чтобы вы его видели, чтобы вы о нем не забывали, когда я буду отвечать на ваши вопросы, чтобы вы успели добавить его себе в избранное. Вот. Собственно, повторюсь, для Bootstrap очень много тем, то есть bootswatch.com не единственный источник, далеко. Я вам просто рекомендую набрать в поисковике Bootstrap Themes, вот, и вы найдете большое количество источников. Ну и последнее на сегодня от меня. Друзья мои, не Bootstrap'ом единым. На самом деле, если набрать в поисковике в том же самом CSS Frameworks, то вам выпадет 100-500 статей на тему лучшие фреймворки и так далее и тому подобное. Я имею в виду CSS. Я кратко даже не пробегусь, а просто покажу вам два фреймворка, которые я периодически использую в личных каких-то проектах. Первый фреймворк называется Foundation. Он не лучше и не хуже Bootstrap. Я не хочу делать рекламу и антирекламу. Это фреймворк тоже, который есть. Он, наверное, прорекламирован хуже, повторюсь, да, возвращаясь к началу нашего вебинара, да, где я говорил, что Bootstrap, это Twitter и так далее и тому подобное. Да, Foundation поддерживается корпорацией Foundation, которая, наверное, не у всех на слуху. Но если вы посмотрите в этот фреймворк, то у него очень-очень много похожего с Bootstrap. Опять же, есть решение для сетки, есть решение для создания каких-то форм, те же самые модальные окна и так далее и тому подобное. Все это есть и в Foundation. Более того, я вам скажу не в обиду Bootstrap, есть у Foundation очень-очень классная сетка. Она намного круче, чем у Bootstrap, там очень много решений под сетку. Я к чему это все клоню? Я клоню к тому, что обязательно попользуйтесь Foundation. Опять же, для, пока буду отвечать на ваш вопрос, вот эти ссылки я специально оставлю, чтобы вы могли их себе сохранить. И Foundation есть еще один подфреймворк, так скажем, Foundation для e-mail писем. Те, кто когда-нибудь верстал e-mail письма или видел, как это делается, даже там в каких-нибудь видеоуроках и так далее, знают, какая это боль. Да, и Foundation для e-mail рассыл, для e-mail писем, извините, это огромное подспорье, огромная, извините, помощь при верстке e-mail писем. Очень, очень мощное решение, Bootstrap такого нет. Это Foundation. Есть еще один фреймворк, если вы такой же большой поклонник, как и я, концепции гугловского дизайна, который называется Material Design, вот, то вы можете посмотреть в сторону фреймворка Materialize. Тоже большое количество решений для него. Вот, есть какие-то, опять же, кнопки, формы. То есть от Bootstrap различия, ну, повторюсь, только в концепции там, дизайна, да, ну, естественно, классы другие. Но как вы все, я думаю, уже успели понять, CSS-фреймворки, они предлагают все одно и то же. Они предлагают набор готовых каких-то решений типа сетки, типа каких-то готовых форм и так далее и тому подобное. То есть готового пользовательского интерфейса или как минимум его прототипа. Вот, тоже вот, давайте открою формы. Вот, пожалуйста, форма здесь какая-то есть. Да, тоже красивая, с какими-то своими классами, с какими-то своими дополнениями на JavaScript и так далее и тому подобное. Чипы, это опять же от материал дизайна пошло, тоже такие вот красивые элементы UI. В общем, тоже копирую и даю вам в пользование. Собственно, ну и плюс Google в помощь, естественно, то есть это не эти самые только три фреймворка, которые есть на белом свете, есть огромное количество фреймворков. Причем, более того, если у вас есть своя концепция, например, корпоративного дизайна, то есть, например, вы работаете в какой-то компании, да, там, младшим разработчиком, вы пришли, вам дали какой-то небольшой сайтик, говорите, делай, да, и вы берете такой Bootstrap себе, а вам говорят, ой, нет, Bootstrap нет, мы не хотим. Или говорят, что нет, Bootstrap это, конечно, здорово, но у нас есть там целая цветовая гамма. И вы можете, например, в том же Bootstrap использовать только сетку. Да, вот только сетку, не использовать какие-то кнопки, еще что-то. Или, например, вообще не использовать Bootstrap. Можете использовать только CSS-фреймворк, именно в котором есть только сетка, никаких кнопок. Вот один из таких фреймворков, который мне сейчас пришел в голову, это Bulma CSS. Это CSS-фреймворк, насколько я помню, он только для сетки. То есть в нем заложена только сетка. И никаких там каких-то кнопок, модальных окошек, форм нет. Это только сетка, причем флексовая сетка.
И если вам надо все-таки для быстрого решения использовать сетку, а вы дизайн именно корпоративный используете, Bootstrap вам совсем не в тему, или переделать Bootstrap под корпоративный дизайн не вариант, то вот, пожалуйста, CSS Framework, в котором есть только сетка, ничего более. Поэтому, друзья мои, подводя весь итог нашему сегодняшнему вебинару перед вашими вопросами, скажу. Значит, первое. При разработке мобильного responsive адаптивного дизайна, первое, что надо помнить, метатег viewport – это обязательно. Второе, если вы не используете фреймворк, а если вы делаете свой адаптивный проект, собственно, с нуля, что нормально для первого опыта, то медиазапросы. Если же нет, то фреймворки – это Bootstrap, это Foundation, это Materialize и много-много чего еще другого. Фреймворков на самом деле больше, чем 3, больше, чем 10 даже. Их очень-очень много. Они просто по-разному, как говорится, раскручены. Всегда подходите к фреймворку, к выбору инструмента, не только к фреймворку, как в CSS, а к выбору инструмента, исходя из ваших задач, из окружения, в котором вы работаете и в котором вы трудитесь. То есть, если вы фрилансер, да, Bootstrap вам, наверное, поможет, или там Foundation. Если вы работаете в компании со строгим корпоративным дизайном, да, то тут смотрите, ну, может, в каком количестве вам нужен тот либо иной инструмент. Фу, спасибо большое за внимание. Я весь ваш. Вопросы. Их на самом деле очень много, просто ты столько всего сказал, что я посчитаю наглостью тебя еще держать здесь. Нет, поэтому я только за с вами здесь. Вот даже... эти фразы в эфире, Камиль. Никто не сомневается в твоей экспертизе, но правда, но их просто... Я бы брал за это деньги, вот так я тебе скажу. А что, если, допустим, я верстаю макет сайта, элементы которого не расположены по сетке Bootstrap? Что нужно, как тогда, вот если адаптив не нужно делать? Ну, первое, я уже сказал, это собственные медиазапросы, а второе, что значит не расположены по Bootstrap? То есть Bootstrap сетка, она в принципе не какая-то уникальная, то есть в любом случае вам сетка Bootstrap поможет. То есть я на самом деле, это вопрос, опять же, в котором виновата моя недосказанность на самом деле. Если вы посмотрите, я уверен, вы посмотрите документацию Bootstrap, а именно раздел «Сетка», то Bootstrap не подразумевает вам использовать обязательно там 3 колонки в ряд или 4 колонки в ряд. Вы можете использовать 2 колонки, которые будут стоять слева первая в левом краю, а справа, ну, вторая в самом правом краю. То есть к вопросу о том, что Bootstrap-овская сетка вас не устроит, ну, может быть, я, конечно, не прав, но мне пока такая ситуация не перед глазами у меня, поэтому автор вопроса, во-первых, спасибо большое за вопрос, но я вам рекомендую посмотреть раздел «Сетка» в Bootstrap, и, возможно, у вас какие-то ваши сомнения, ваш вопрос отпадет сам по себе. Поэтому, повторюсь, на всякий случай, если вдруг я такой ситуации не представляю, то, наверное, свои медиазапросы. Если же вы посмотрите раздел соответствующей документации и найдете там ответ на свой вопрос, ну, тогда, я думаю, все станет понятно. Спасибо. А пока на этом все. Все. Друзья, коротко расскажу о том, что мы вам подготовили, потому что уже все. Уже хочется, знаете ли, немножечко отдохнуть, а завтра прийти на работу и успевать консультировать оставшихся наших студентов. Поэтому коротко, как есть. У нас есть прекрасный... Вот так будет лучше. У нас есть прекрасные программы с гарантией трудоустройства практически по каждому из самых востребованных языков программирования. То есть после того, как вы отучитесь у нас, мы вас трудоустроим и свои обязательства нашего онлайн-университета пропишем в контракте, который вместе с вами заключим перед тем, как вы начнете учиться. И что самое вкусное, по двум нашим двухгодовым программам, это веб-разработка и это мобильная разработка, у нас есть опция, где первые 6 месяцев обучения мы берем на себя. То есть мы выплачиваем банку-партнеру за вас, ваши деньги, я хотел сказать. Нет, мы платим за вас полгода, чтобы вы спокойно учились, могли сконцентрироваться на обучении, и лишь только после этого, уже по факту, когда вы получите профессию, когда сможете или же трудоустроиться куда-то, например, в студию, или же начать зарабатывать на фрилансе, только после этого могли начать оплачивать свое обучение маленькими фиксированными частями. Поэтому что я хочу?
крайняя возможность. В этом году под этой трансляцией есть отдельная кнопка, называется «Получить специальное предложение». Нажимаем на нее, здесь указываем свое имя, телефон и электронную почту, и нажимаем на кнопку «Получить доступ». Заявка, всегда это повторяю, она никого ни к чему не обязывает, но она гарантирует вам право на получение бесплатной консультации от моих коллег. Завтра, как я и говорил, они точно так же будут весь день работать, чтобы всех успеть проконсультировать, ответить на ваши вопросы, при необходимости предоставить пробные доступы к тому или иному уроку. Если до начала сентября вы успеете, то скидка ваша. Если не успеете, ну, значит, не успеете, ничего страшного. Поэтому вот так, коротко, дерзайте. У меня на этом все. Камиль, спасибо тебе огромное. Спасибо. Каждый раз приходишь и балуешь просто неограниченное количество людей своими знаниями. Мне кажется, это дело пора уже точно прекращать и как-то начать это все-таки на коммерческие все-таки рельсы ставить. Потому что я со стороны сколько раз тебя слушаю, думаю, да я бы вот, я готов за это платить. И, кстати говоря, в конце сентября у нас будет отдельный интенсив с Камилем, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, можете даже к нам зайти на сайт skillbox.ru, там, я думаю, совсем скоро обновят календарь всех наших мероприятий на сентябрь. Приходите, будет очень здорово. Но цены на обучение будут дороже. Я видел новый прайс-лист, честно вам говорю. Поэтому успевайте на распродажу. Окей, у меня на этом все. Камиль, еще раз позволь просто. Я чувствую, прям заряжаюсь прям фронтендом. Я уже, мне кажется, до синьора скоро дойду. Нет. Для справки, кстати, что в Мексике все программисты синьоры. Такая тонкая шутка напоследок. Остановитесь, пожалуйста. Остановите трансляцию, чуть было. Все, хватит. Все, стоп. Спасибо вам. Целуем. До встречи в эфире. Пока. Пока.